Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, снова мы сегодня пришли на линию 1D24, турецкая одежда. В этом павильоне можно приобрести спортивные костюмы, платья, рубашки, ну, большой объем, это, конечно, брюки. Брюки разные размеры, длина, посадка, поэтому, девчонки, кому интересно, пожалуйста, вот номер телефона. Ольга, 8-й вход, корпус А. Заходите и сразу поворачивайте. Давайте еще раз вот покажу. Вход номер 8 и сразу направо поворачивайте. И вот этот павильончик. Сейчас у них пришли спортивные костюмы, джинсовые куртки и брюк очень много пришло новинок. Здравствуйте, Оля. Да, здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Тамара. Оль, да. Скажите, пожалуйста, какие, по какой размеру у вас идут в вашем павильоне? Также скажите, пожалуйста, какие производители, фирмы? Потому что у меня очень многие девочки спрашивают. Да. И... Платья, костюмы спортивные, это все Стелла, одна фабрика. Мы с ней давно работаем. По ней никогда никаких нареканий, никаких браков, никаких... в лекалах проблем не будет, поэтому я работаю только с этой фирмой, Стелла. Еще раз, это платье, это костюмы. У брючников у нас очень много фирм-производителей. Кайли, Экзистлайны, Леди Бир. Ну, много, очень много фирм. Адоратти у нас есть фабрика. Эстенсива фабрика. Ну, то есть море всяких разных, все не перечислить. А я знаю, что у вас вот такие платья продавались. Уже нету, да, их? Уже продали, да, но я весь сезон. Ну, все, что я сама продаю, то я сама и ношу. Да, Стелла я против... прекрасная, и лекала всегда. И качество ткани и легкие, хорошее, да. Легкое, удобное. Ну, и, конечно, может, давай вот с этого платье начнем, потому что это платье у меня штапельное, девочки. В ТикТоке я его снимала, можете посмотреть. Оно такое легкое, такое вот качество, очень хорошее. Я сама тоже его ношу, они прекрасно носят. 42-48 маркировка, они прекрасно носятся. Постирал, можно даже не гладить, постирал. Да, у меня из девочек кто-то спрашивал, даже отправляла на вашу линию, не знаю. Вот это тоже модель шикарная. Пришли, не пришли. Тоже, вот это да, модель. Спорт. Я ну, тоже хотела ее шикарно. Тоже приобрести у тебя, ну, да. В салатовом цвете, а мне хотелось что-нибудь красное, может, или белое, вот. Не, оно было но только черное, классно. Но отделка была, вот здесь зеленая, была еще малиновая. И сколько они эти платья? Ну, вот платья это. В основном 5000 у нас 5000. Розничная цена. Угу. Розница, а если обувь? Да, девочки, вот такого плана тоже платье. Да много хороших. А вот эти вот тоже... Да, эти тоже хорошие. Сейчас просто спрашивают нарядку. Угу. Многие спрашивают нарядку, но вот их как бы два цвета их осталось. Они были еще красные. Черно-белые. Да, здесь красная с белым и желтая с белым. Это тоже 42-48 маркировка. Угу. Ну, давай, наверное, спортивных костюмов костюм. Начнем. Давай. Можно вот этот вот, сразу давай. Покажу. Ага, давай, давай. Вот эти всеми вот. Полюбившая модель, она да. уже... Мы ее уже как-то снимали. Да, 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 работали уже с этой моделью. Я ее просто дала заказ, потому что очень было много просьб привезти именно эту модель. У нее евро длина и прямая нога. Высокая посадка, она просто вот на резиночке. Здесь очень хорошее качество трикотажа у Стеллы. Она никогда не деформируется, не теряет цвет, не становится белесой. Очень крутые костюмы, очень хорошо носятся. И размеры у них 42-48 маркировка, но они большемерки, то есть они даже чуть больше своего размера. Угу. Вот это первая модель. Потом сколько вот... цена его? Цена 6000 розничная. Ага. Вот это классика. Посмотрите, пожалуйста. Вот такой вариант. Вот на такие. Одной штанине идет так, а здесь да. полоска. А эта полоска, она спортивный. Совпадает с пиджаком, угу. и у не... она получается как бы на ногу переходит. Ага. Очень тоже хороший костюм. Тоже 6000? Ну, все костюмы все. В одной цене, да. Все, поняла. Что, да. Так, ну давай вот эту модель покажем. Вот эта модель тоже, смотрите, здесь такими углами она. Вот так, mm-hmm. тоже хорошая модель. Тоже все это 42-48 модель. Брюки и длину покажите, потому полная что девочки, длина. Да. Девочки, полная длина. Вон. Ага. Вот, полная длина и вот так вот. Mm-hmm. А размеры там идут? 42-48 маркировка. Обычно плюс 6. Но здесь чуть больше. Оля, даже. У вас требуется продавец? Требуется, да. Да, девочки, кто желает? Да.
Работу, только пожалуйста. Только с опытом работы. Потому что садовод это сложно. Сложно, если с опытом работы, тогда можно рассмотреть. Ага. Вот такая вот классика горох. Она была и 42-48 маркировка, и 50-56 маркировка тоже была. Очень хорошая тоже костюмы, работают тоже не первый день уже. Сейчас на начало сезона, я говорю, прекрасная, просто очень хорошая модель. Ну, я хочу вот эту модель показать. Да, девочки, модель помните, классная. В том году я приобретала у Оли тоже, только потемнее расцветка. Она и в этом сезоне темная тоже была, но продана. Да? Это вот осталась последняя серия, но мы их еще будем заказывать. Ну да, модель очень хорошая. Очень хорошая. Здесь вот брюки. Вот сейчас, простите, давай. Брюки надо показать. Угу. Вот такие вот брючки, видите, тоже на ноге. Вот этот ричман. Угу. Вот так вот ножка. И вот сам пиджачок. Тоже 6000, да? Да, да, трикотаж. Они очень хорошего качества. Они прекрасно сидят. Очень хорошая. Такая мягенькая прям. Да, да, очень так, классно. Ну, давай вот эти, потому что еще здесь в некоторых регионах жарко, да. Ну, это палаццо брюки, да. Новые названия. Вот. Кюлоты? Палаццо. Нет, это нет? Брюки. Это брюки, они, видите, широкие. Вот палаццо брюки, высокая посадка на шнурки. Mm. И к ним идет вот такая футболочка. Двоечка. А эти сколько? Да. Тоже 6? Да. Ага. 42-48 тоже маркировка в двух расцветках. В сером и в синем. Вот так. Не, мы весь сезон с этой моделью отработали. Они очень да. хорошо сидят и очень хорошо продаются. Вот эту вот давайте. Ну вот, так, вот эту расцветочку, да. Это, да. Покажем вот в молочном это, цвете. Да. Ну, он такой классический вариант, но очень хороший. Здесь брючки вот такие. И вот так вот. Вот такая вот штучка наверх. Тоже заканчиваются. Очень хорошо весь сезон отработали. Тоже прекрасная модель. Что-то похожее. Может быть, турки осень нам тоже сделают. Так, вот ну давай, что, курточки, очень хорошо джинсовочки. Мы да. Они как ветровочка такая. Три четверти рукав у нее. Вот, ее можно платье какое-то. На платье сейчас многие едут на отдых. И вечером накину и пошел. Они в двух расцветках. Вот, а, вот и голубенькая. Да. И сколько они? Голубой и желтый. Тоже 4, по-моему, девочки мои в розницу работают. 4000. Ну, в общем, вот такая. Так, еще. Оль, ну я обратила внимание, у вас джинсовки. Давайте да. покажем джинсовые курточки. Куртки эти уже очень хорошие. Они Рогатца, фабрика, можно сказать, бренды. Но, знаете, это на небольшие размеры, а не на девочек. Это сейчас вот школьники начнут, ага. да. А размеры очень. И цена? Цена 3500 розничная. 3500 розничная. Размеры небольшие, там от 42 до 48, вот так, русского. Я имею в виду уже русский размер, 42-48 русский. Оль, может, вот эту полоску платья покажем, потому что нет, есть где еще ради бога, я покажу. Жарко, да, давай. Я просто старалась показать штапель. Уже сейчас, да. Да, мы покажем тоже. Вот смотрите, это штапель, да, они есть до 62 у нас, от 48 до 62. Вот такая спинка. Цена их? Вот такая, а, вот 5, 5 да? тысяч, да, все запомнила. Цена. Ну, конечно, я еще обратила внимание, поступили новые брюки у тебя, новиночки. Ой, брюки. Давай много, покажем. Да. Такой интересный, что это джинса такая мягкая. Такая. Это ХБ-катон. А, катон. Это ХБ-катон со стретчем. Девочки милые, новый сезон, прекрасные ткани. И цвета красивые. Говорю очень. Сразу всем, цвета, некоторых цветов уже даже нет. Было 8 расцветок, черные, синие. Вот, в общем, конкретно в этой модели было 8 цветов. Были черные, синие, зеленые. Ну, в общем, горчица яркая, насыщенная. Сейчас просто вот последние 3 серии осталось. Вот зеленая хаки, видите, такой. Зелёный. Моделька, да, и прям. Нет, такой с этой мягенькой. Моделью я уже работала, знаю эту модель. У нее полная длина. Они и сколько они по цене? Розничная цена 3500. А эти, как его, размеры там? Размеры до? 42-48, маркировка. Всё. То есть до 48-го. Угу. Но тоже, смотрите, ткань великолепная просто. И она со стретчем. ХБ-катон, но она со стретчем. Очень хорошая ткань. Угу. Смотрите, вот в этой же ткани. В этой же ткани. Только смотрите, там фабрика Эстенсива. На случай, кто спрашивал, фабрики наши. Это Эстенсива. А вот это уже Леди Бирд фабрика. Вот, это Леди Бирд. Угу. Смотрите, вот эта модель шикарная. Вообще, вот она.
вот так расстегивается. Здесь манжетик такой. И вот так вот. Смотрится необыкновенно красиво в одетом виде. Цветов тоже море. Значит, коричневые, черные, посмотрите. Черные. Сейчас зеленая хаки. Вот так стараюсь вам показать. Вот так зеленая хаки. Вот. Была тоже горчица еще. Были расцветки. Я просто вчера груз получала и много что из расцветок продано. Но цвета хорошие здесь. Вот эта модель идеальная. Просто, я не знаю, я сама ее люблю и видела, и знаю, как это сидит и как это продается. Сейчас, одну секунду. Так, вот, давай вот эту модельку, да, вот покажем. Ага. Вот эта модель, она чем хороша? Видите, здесь вообще ничего лишнего. Ее и в офис, и на работу, и на каждый день. С хорошими ботинками, с короткой курткой, ветровкой. Вот они, видите как? И тоже это ХБ-катон со стрейчем. Цветов тоже много. Видите, они в черном. Шикарная, высокая посадка. И еще хочу вот так в один момент уточнить. Вот предыдущая модель. И маленькие размеры, и большие размеры есть. В этой модели тоже и норма 36-42, и батал 42-48. Цвета вот черный, синий, видите еще. Дальше там коричневые, хаки, все цвета есть. Дальше. Вчера у меня здесь даже оптовик мерил эту модель. Здесь она вот у нее сбоку такой, как манжетик, видите? Вот так она. Сзади резиночка у них. Вроде как классика и не классика. Угу. Что-то интересное такое. Вот такой пояс. Спорт-классика. Да, спорт-классика, да. Очень хорошие. Тоже и маленькие, и большие есть. Брюки 3500 все, девчонки. Да. Вот так. Эту модель. Давай покажем. С этой моделью давно мы работаем. Ну как давно? Всю весну я отработала, все лето отработала. Сейчас она у меня пришла уже осень. Тоже ХБ-катон, осень. Вот видите, это летняя еще. Так, вот они тоже. Сейчас такие уже идут осенние тона. Синий, зеленая хаки. Вот такой коричневый. Вот. Цвета есть, девочки. Черные тут есть. Цвета есть. Вот такая модель тоже прекрасна. Я не знаю, мне очень нравится. Я это уже повторять буду. Сейчас турки на выходных. Просто у них праздник. Вот, а я уже буду повторы давать им. Вот эта модель шикарная. Ее сейчас осталось 3 цвета последних. Было 6 или 8 цветов. Вот в черном есть еще. И вот такое зеленое хаки. Вот так вот. Так. А вот эти вот тоже новые? Да, это все новое. Давай вот это все покажем, давайте. Моделечки, ага. Слушайте, знаете, какая крутая модель? Мне страшно понравилось. Тоже цветов было много. Это уже Адурати фабрика. Угу. Это по поводу фабрик. Да, да, да. Вот. Это уже вареный габардин. Вот это уже вареный габардин. Просто шикарная здесь ткань. Видите, стрейч какой в модели в этой. Вот. Евро длина. Вот внизу такая ступенечка. Адурати фабрика. Цвета. Видите, ну сейчас, это просто сейчас. Вот она есть. Синий, да, такой, да, вот она. В синем цвете. Зеленая, такая темная, бутылочная. Вот такая расцветка. Очень хорошая. Вот эти вот очень хорошие тоже. Угу. Очень классные. Тоже 3500, да, их цена? Да. Опа, где что-то. Дальше. Так. Вот новая модель. Вот такая вот. Вот эти бананчики, новые. Да? Или как они? Это момы. Это момы, да, да. Со стрейчем. Вот они. Вот эти. Вот это все новое. Все, что я вам показываю, это все новое. Вот эти вот. И здесь. Уж меня, простите, расцветки, снять, ага, не могу, да. Вот. Не-не, все видно. Марсал. Да, марсал. Ага. Зеленый, видите, такой яркий, ага, уже более насыщенный. Здесь еще были тоже и черные, и синие. Тут тоже. Цветов много, вы имейте в виду, пожалуйста. Сейчас просто турки отдохнут, я повторю все цвета. Угу. Вот. Так, ну, а есть, что еще? Есть, еще есть расцветки. Давай. А вот смотри, а вот это, да, что это за брюки такие? Ну, это лето мы отработали, но такое новое направление, модно. Люди очень много его продавали.
Это джинса летняя. Вот такие вот. Видите, здесь с хорошей рубашкой, классической бомба смотрится. Очень хорошая. Так, что еще я хочешь вот показать? Я вот эту хочу показать модель. Мне очень понравилась она. Сейчас покажу. Значит, это классика. Высокая посадка. Рабочий карман. Здесь, видите, вот такая штучка, отделка. И она вот так расстегивается. Видите, такой удобный, красивый вариант. Она садится на любую фигуру. Здесь хороший стретч тоже в этой ткани. Тоже стретч. Цветов тоже много. Сейчас покажу цвета. Вот так. Смотрите. Серый такой капучино. Да, серый красивый капучино беж. И коричневый прям еще такой есть. Вот это большие я показываю. Но маленькие размеры тоже есть. А цена большие и маленькие тоже. Без разницы, да? Одинаковые? Да, без разницы. 3500 розничная цена любых брюк. Так. Любые. Что еще покажешь? Что еще? Еще покажу вот этот вариант. Он тоже очень хороший. Лето работали, весну работали. Вот так вот они. Да, я тут. Ага. Вот. Эта штучка, такая. Да, она вот так сбоку идет. Оно не шароварами брюки идут, они прямые. Просто сбоку вот такая вот штучка отделка, видите? В евро длине. Цветов тоже. Вот черные, зеленые, вот такой коричневый, синий, да. Синие цвета да. Есть, серый, да? Цветов много, да. Так что спрашивайте, кого да. Заинтересовала эта модель. Цветов очень много. Так. Еще вот эта модель мне понравилась, очень хорошо работает, уже повыше работает. Вот сюда вот повесила. Угу. Ага, что, во-во, отлично. Ой, душно, не могу разговаривать. Вот, смотрите, пожалуйста, вот сзади вот такая резиночка идет, вот так вот. Они как классика. Вот, здесь у нее вот такая отделочка впереди. Здесь у них рабочий карман, очень красиво сидят. Очень здорово сидят. Два цвета. Серый цвет и черный цвет. У турков были еще расцветки, но я побоялась, чтобы резинка не отличалась от ткани. Поэтому взяла только два цвета. На пробу, да? Да, серый и черный. Угу. Так, что еще там? И вот такая. Еще вчера почти все было продано. Вот такая клетка. Это все новое. Вот они сейчас у нас... Внизу видите, немножко как заужены, да? Чуть-чуть, да, заужены они, чуть-чуть. Вот такая вот. Вот они остались совсем немножко. Одна большая, одна маленькая. Очень хорошие тоже, очень классные. Крутые брюки. Вот эти классные. Посмотрите, пожалуйста, вот эти. У них вот так резинка сзади. Вот они. Здесь они идут 7/8. Я с ней работаю давно. Модель прекрасно садится. Здесь она без молнии впереди. То есть вот так. Без молнии. И цвета. Сейчас покажу. Смотрите, а вот, вот так. Капучино. Давай вот эти сниму. Вот сзади покажи. Да. Вот. Так, капучино, темно-коричневый, да. Черный, серый, синий. Зеленый. И зеленый такой. Да. Ну, на каждую модель 5-6 расцветок. Обычно. И высокая посадочка, да, высокая здесь идет? Высокая посадка 7/8. Это единственная модель, у которой длина 7/8. Но она проверенная. Я и весной работала, и летом работала. Они классные вообще. Так, что еще там? Так, что еще? Еще вот такая ткань. Тоже это тоже нового сезона. Тоже мне очень нравится. Видите, внизу она вот так. Два цвета у нее. Три даже. Вот смотрите, пожалуйста, вот так. Евро длина. Вот рабочий карман. Вот он. Высокая посадка. И расцветки, вот смотрите, коричневые, синие, зеленые. Серенькие, да? Да, там. Серые. Угу. Вот так вот, видите? Вот такие расцветки. Вот, тоже мне понравилась очень хорошая модель. И тоже есть и большие, и маленькие размеры. Очень хорошие брюки тоже. Так. Вот. Ну, что мне еще показать? Есть осень, вот... А, уже платье, да. Туники, да? Туники и платье, да. Вы уж простите, мне их сверху сейчас сразу не достать, девочки, но... Ну, в группу пусть они, у вас же рассылка есть, да? Да, да. А вот эти платья тоже 5000, да, такие вечерка? Да, все 5000. Угу. То, что девчонки. Платье, все 5000, потому что у них примерно одинаковая цена оптовая, угу.
Поэтому примерно и розничные цены одинаковые. А платье самый большой размер? 62. Но не 62. Все модели 62 есть. Это вот уже заказ, это уже я продала. Угу. Вчера тоже работали, осень уже уходит. Уже люди приезжают за осенними вариантами, просят осень уже. Ага. Очень многие просят осень. Да, сейчас я вам покажу еще вот это. Вот это новая коллекция тоже. Она была тоже, этот вариант был. Вот сейчас мы получили в более плотных тканях. Вот такие вот, в синем и в черном. Видите, здесь круговая резинка без молнии. Вот так они. Это без молнии. Но они продаются очень хорошо, хорошая цена у них. Вот. Ну что еще? Есть вот такие момы. От Адурати будет море. Девочки, будет трикотажа много. В дороге он идет, может быть, прям сегодня придет еще. Вчера я получила большой объем. Вчера получила очень большой объем товара. Ой, а вот эти мне показали. Да, ну-ка, вот интересная моделька такая. Модель бомба. Чуть не пропустила ее. Да, модель просто. Да, шикарная. И поясок интересно. Смотрите, как оформлен поясочек. У нее практически полная длина у этой модели. Вот. Она практически полная длина. Простите, только помятая. Я говорю, вчера только получали. Кармашки. Видите, вот здесь, да, карманы вот такие вот у них. Вот так, кармашки. Интересная и модель. И сверху да. Она, да, так. Тоже расцветки, цвета, смотрите. Да, цветов есть много. Вот такое коричневое, темное, шоколад. Светлое, да. Такой. Вот так вот, черный, синий, два вида коричневого оттенка. Еще сейчас покажу, вот они. Ух ты! Смотрите, вот черный вы видели, зеленый еще цвет, и вот оно еще в синем. Вот так и синее. Вот такие. Модель шикарная. Я говорю, я вчера уже ее море продала и заказы даю туркам уже. Это классная модель. Видно, да. И тоже есть и маленькие размеры, 36-42 маркировка. И есть большие размеры, 42-48. Причем, что они не маломерят, а наоборот. Они даже чуть больше своего размера. Очень хорошие. Эти брюки тоже мне очень понравились. Я их, в принципе, сразу побольше и привезла. Угу. Вот. Еще хочу вернуться, что завтра, а может быть, даже сегодня, я жду еще большой объем товара. Там будет трикотаж в разных моделях. Очень хороший, красивый трикотаж. Брюки, я имею в виду брюки. От хороших фабрик будет Масента, Адоратти, Макс фирма, ну то есть много чего. Ну те, кто знает, они это понимают в этих фирмах, работают, потому что да, многие люди спрашивают по фирмам, по фабрикам, поэтому я и спрашиваю. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы прошлись по павильону 1D24, побывали в гостях у Ольги. Да, Оль, спасибо тебе огромное, я очень рада тебя видеть, слышать, взаимно. Потому что да, продавцы в отпуске, Ольга в отпуске, не Ольга, а это Галина в отпуске. Поэтому, девчонки, в отпуске отдыхайте. Галюня, тебе огромный-огромный привет. Плюскайся там, туси, отдыхай, набирайся сил. И мы тебя ждем снова на работу. Поэтому, а мы сейчас, дорогие друзья, я еще раз показываю визитку. Девчонки, кого интересует этот товар, пожалуйста, подписывайтесь к Ольге в группу. Да, Оль? Да, и рассылки Оля туда забрасывает вам. Вы звоните, пожалуйста, мне на номер телефона. Звоните. Но предупреждаю сразу, только оптовики. Розница. Приходите к нам сюда, мы рады будем вас обслужить, что дать то, что вам понравится. Но розница, мы работаем здесь, на месте конкретно. Угу. А оптовики, пожалуйста, звоните, буду отвечать, добавлять контакт и добавлять в группу. И вы будете видеть наши рассылки. Спасибо вам огромное, Оль. Да, а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч, до новых, правильно? Да, всем пока-пока. До